Бойся нас, Россия! Бойся! Бойся! Мы идем, потому что нам помогли, потому что нам дали западное вооружение. Да, Майя? Вот что ты хочешь сделать? Ребята, зомбированные, 18+, я сейчас буду материться, 18+, зомбированные ребята из Республики Молдова. Не будьте тупыми, не будьте дебилами. Почему вы такие дебилы? Почему вы такие безмозглые? Какая нахер Майя Санду? Вы понимаете, что нас загоняют в долговую яму? Нам никто никакой помощи не давал. Никто никакой. Поймите, вот это вся показушная херня, которую я сейчас вам здесь прикреплю, специально для того, чтобы показать, что видите, у нас есть поддержка. Нет у вас никакой поддержки. Вы навоз для них. Вы дерьмо. Мы для них дерьмо. Поймите, мы говно. Нас нужно утилизировать, чтобы зачистить территории. Мозг нужно включать. Мозг. Используйте его по предназначению. Почему так много дебилов у нас в мире? И вот из-за таких дебилов страдают нормальные, умные, адекватные люди. Потому что вот эти нормальные, умные, адекватные люди потом тоже будут вынуждены пойти на убой. Потому что защита Родины. Потому что ублюдки были у власти, ради которых я свою жизнь отдавать не буду. Вот такая ублюдочная партия ПАС, такой же ублюдочный президент, который просто хочет вас утилизировать. Им плевать, вы для них червяки, вы навоз для них. Молдаване, проснитесь, прозрейте, включите свой мозг. У нас будет вторая Украина, если вы не будете включать свой мозг. А военным я хочу сказать такую вещь. Не будьте падлами, не будьте суками, потому что именно из-за таких, как вы, жополизов, вгоняется страна в войну. Я за вас, ублюдков, пойти свою жизнь отдавать не буду, потому что она у меня одна. Задумайтесь, люди, над этим. Задумайтесь. И неважно, с какой вы страны. Смотрите ролик. Привет, фолловеру. Как говорится, ну все. Бойся нас, Россия. Бойся. Дрожи. Дрожи. Смотри. Все выставляет. Все красиво. Все. Как говорится, бойся, Россия, нас. Молдова, смотри, какая вооруженная. Серьезная. Так я спутала. Америка нам дала помощь. Серьезную. Смотри, даже колеса выкрасили. Это серьезно. Серьезно. На тебе, Боже, что мне не гоже. О, даже... Так, ну, это вообще... Это, ну... Супер. Бойся, Россия, бойся. Молдавии ничего не грозит. А зато у нас солдаты, вот какие. Прям все шварценеггеры. Абсолютно. Так что, всем добра.